Жители Новой Каледонии выстроились в очередь, чтобы проголосовать на выборах в парламент Франции в воскресенье 7 июля, заявив, что надеются принести мир на территорию. Оспариваемая реформа избирательной системы, которая увеличила бы число французских жителей, имеющих право и глубокое неравенство, спровоцировали двухнедельные беспорядки в мае, которые привели к введению центральным правительством чрезвычайного положения. В результате насилия погибло 9 человек, в том числе 2 полицейских. В воскресенье длинные очереди выстроились вокруг избирательного участка столицы Новой Каледонии Нумея, и многие избиратели заявили, что надеются на успешные переговоры между лагерями сторонников и противников независимости и на возвращение стабильности. Мы хотим, чтобы все изменилось. И прежде всего мы хотим, чтобы обе стороны попытались найти решение, чтобы мы могли двигаться вперед. Это главное. И каждый должен внести свой вклад, чтобы найти решение. Для меня крайне важно проголосовать за возвращение мира в Каледонию, за возвращение спокойствия в Каледонию. Изменение было бы для нас, если бы мы обрели немного мира. Это важно. И я не совсем понимаю, что происходит сейчас, потому что я живу здесь уже 50 лет. Мы жили в гармонии, не было никаких проблем, было спокойно. Ну, всякое случается. Будем надеяться, что мы это переживем. Вот и все. Мы хотим, чтобы выборы принесли немного мира на территорию. Честно говоря, я бы хотел, чтобы был избран кто-то за независимость и против независимости, как в случае с сенаторами, чтобы это могло сбалансировать ситуацию, и они могли бы вернуться за стол переговоров.